Ну что ж, мы приглашаем почетных гостей на красную ковровую дорожку. Ну а прямо сейчас мы переходим к представлению стартовых пятерок, участвующих сегодня команд. Хоккейный клуб «Динамо» Москва. Защита! Номер 49, Артем Волков! Номер 5, Илья Никулин! Тройка нападения! Номер 15, Мартин Шкасмус! Номер 67, Дмитрий Козьмонов! И номер 18, дорогие друзья, я рад приветствовать вас на открытии международного турнира по хоккею «Кубок Минска». Год празднования 950-летия нашей столицы – этот турнир – настоящий праздник для любителей хоккея. Команды, 6 команд из России, из Беларуси, России и Латвии покажут красивый, яркий хоккей, а болельщики получат массу положительных эмоций. Международный турнир по хоккею «Шайбы» «Кубок Минска» является открытым. Дамы и господа, внимание! Государственный гимн Российской Федерации! Государственный гимн Республики Беларусь. Поем все вместе.
Thank you.
собой команда «Динамо Москва». Thank you.
81-й команда «Динамо Москва». Передачу Евгения Кавыршина, номер 88, Александра Матерухина, номер 28, Шарифовцев, номер 14, Евгений Лисовец. Команда «Динамо Москва» играет в полном составе.
действительно толстая.
я тоже согласен. У меня там был вот этот папа с семьей. Мы любим, когда вместе приходят. Находись, спускайтесь сюда. Заброшу вам шайбу. Ну, а в общем, все, правда, красавцы. Ну и не забудьте. Держите. Ну и не забудьте, те, кто умеет делать финты на гироскутере в следующем перерыве. Подтягивайтесь вот сюда. А на нашу сцену ждем вас. Будет круто.
Иван Игумнова, номер 56, Шайлова Розова и Ачарова.
Друзья мои, не уходите далеко, чтобы достигнуть умения данного гироскутера. Мозги. И автомобильный транспорт. Перевозите свои грузы уверенно. Больше информации на сайте astra.by. 1 августа. Сеть Матиас к вашему столу.
Вы хотите отсюда?
Казионов, долетает шайба до него. Казионов, Варнаков, Никулин и Волков московский. Бросает Артем Волков. Ну, вот этот бросок для Карнаухова несложный. Все, голкипер видел. Обзор хороший. Бросок не сильный. В ловушке шайба оказывается. Я представил ассистента в городе Дуайра Сергей Стась, Константин Кольцов, Андрей Кузин. Ну, Владимир Воробьев, ассистенты Андрей Скопинцев, Александр Байков, Виталий Еремеев и Иван Скобрев. В общем-то, известные в хоккейном мире люди, да? Ну, в принципе, как и у минской команды также. Шенкевич, Павлович, ну, Александр, бросок! Целил дальнюю девятку, чуть-чуть не попал. Знахаренко. Шенкевич. 4 на 4 команды играют, напомню. Но уже через 10 секунд у Москвы будет полный состав. А потом через 12 у Минска тоже будет полный состав. Я надеюсь, что Москва за эти 12 секунд не реализует большинство. Все, вышел на лед. Пачендялов удаленного Динамо Московского. Передача все-таки на него. Знахаренко перехватывает эту передачу. Thank you.
передачи Александра Матюхина. Thank you.
тренер Минского «Динамо» Константин Кольцов. Константин Евгеньевич, ну, Москва, по сути, сделала игру во втором периоде. Что случилось с игрой команды? В принципе, только начали работать над игрой в зоне обороны, немножко не дорабатывали. Ребята немножко не успевали воспринимать, не восприняли ту информацию, как надо правильно сыграть. Начали ошибаться, чисто свои ошибки. Много ошибок было на своей линии при начале атак. Из-за чего они происходили? Опять же, тактически, то есть совсем недавно начали работать, то есть больше занимались функциональным развитием игроков, то есть кондициями, поэтому то есть ничего страшного. Отрицательный результат тоже результат. Посмотрели, кто на что способен, над чем нужно больше, чему нужно больше уделять внимание на работе на тренировках, поэтому будем работать. Много удалений – это следствие как раз физических нагрузок? Думаю, все-таки это следствие каких-то позиционных ошибок. И понятно, что этот уровень, любая ошибка, она приводит к таким последствиям, удаление, где-то недоработка. А будет ли проблема раннее начало завтрашней встречи для вашей команды? И как будете с этим бороться, как восстанавливать команду? Или начало сезона, ну, такие межсезонье? Ну, ничего страшного, то есть игра в 3 часа, календарь вообще в сезоне тяжелый, поэтому здесь надо привыкать, и что не каждую игру будет легко, поэтому будем стараться все равно играть на победу. Ну, завтра игра такая имиджевая для белорусского хоккея, будет особый принцип? Не думаю, то есть разговаривали с главным тренером, то есть будем все равно стараться задействовать какие-то связки, какие-то компоненты игры, то есть и в обороне, в атаке, то есть будем стараться играть свою игру. Первый матч для вас в новой ипостаси тренерской, волновались, понравилось? Ну, конечно, наверное, все-таки, как и был игроком, то есть перед каждым матчем есть волнение, также и перед, когда стоишь на лавке за игроками, то есть переживаешь, хочется, конечно, чтобы они выполняли все идеально, но ничего страшного. Все впереди. Спасибо огромное. На наши вопросы отвечал тренер Минского «Динамо» Константин Кольцов.